Что? Что? Привет, сэр. Как поживаете? Не спрашивайте. Вы производите впечатление умного человека. Что продаете? Я не столько продаю, сэр, сколько предлагаю. Что такого ценного вы предлагаете? Я предлагаю безопасность. Страховку? Да, сэр. Простите меня. Входите. Я чувствую себя идиотом. Надеюсь, это вас устроит? О, это великолепно. Большое спасибо. Вы уже страховались на что-нибудь? Не будем об этом сейчас. То, чем вы занимаетесь, это, наверное, замечательно. Думаю, да. Конечно. Вы скромничаете. Ручаюсь, что все люди завидуют вам, а вы об этом и не знаете. Да я не знаю. Конечно, завидуют. У вас удивительная жизнь. Вы ходите по домам, помогаете людям и одновременно зарабатываете себе на жизнь. Да, это так. Ну, конечно. А самое прекрасное, что, занимаясь своим делом, вы далеки от жадности, корысти и многого другого, что могло бы побудить вас заставлять людей покупать то, чего они не хотят или чем они никогда не воспользуются. И играть на людских страхах с целью наживы. Да. Благодарю вас. Пустяки. А сейчас, если не возражаете, скажите, какой вид страховки вы предлагаете? Любой. Потрясающе. Вы застрахованы на что-нибудь? Нет. Ага. И почему же? Я не мог раньше себе этого позволить. А сейчас я получил большое наследство. Это столько денег, что я не знаю, что с ними делать. Поэтому для меня это прекрасная возможность. Мудрое решение. Вы хотите застраховать жизнь? Да, очень хочу. Замечательно. Вот перечень сумм риска, покрываемых договором страхования. Конечно, это. Это самое высокое. А вы советуете выбрать более низкую? Может, стоит сэкономить немного денег? Нужно действовать по первому побуждению. У вас есть страховка по аренде? Нет, но я бы хотел. Хорошо. Нужно также застраховать машину. Несколько месяцев назад со мной приключился... Я понимаю, со всяким бывает. Существуют ли ограничения на количество полисов? Нет, никаких ограничений. Великолепно. У меня нет с собой всех необходимых бумаг. Вы не согласитесь заглянуть в нашу контору на несколько минут? Безусловно, превосходно. Я бы предпочел не откладывать это. Вы сами знаете, как это важно. Мы можем заняться этим прямо сейчас. У меня встреча через несколько минут. Обещайте, что подождете меня в конторе. Я буду там минут через 45. Это было бы чудесно. Я подготовлю все бумаги. Великолепно. Вот моя карточка. Рэй. Фантастика, Рэй. А ваше имя? Сейн. Сейн Фэрроуз. Сейн, я жду вас через 45 минут. Сейн, прекрасно. Рейн, еще один момент. Конечно, есть одна проблема, связанная с покупкой полисов. И в чем дело? Лучше умереть!